Полицейского арестовали за взятку 800 тысяч тенге. Следователя Топарского отдела полиции задержали с поличным сотрудники Финпола. В начале июля этого года в департамент финансовой полиции по Карагандинской области обратился житель поселка Топар с заявлением в отношении следователя Топарского УВД по факту вымогательства денежных средств за увод от уголовной ответственности их близких родственников. Так, в результате специальных оперативно-розыскных мероприятий 29 июня в служебном кабинете здания Топарского отдела полиции следователь Асан получил 500 тысяч тенге за невозбуждение уголовного дела и неприменение меры пресечения в виде ареста в отношении близких родственников заявителей. Первую сумму взятки в размере 500 тысяч тенге следователь получил 29 июня в служебном кабинете за невозбуждение уголовного дела и неприменение меры пресечения в виде ареста. 14 июля в уборной комнате торгового дома «Таир» города Караганды сотрудники департамента финансовой полиции при получении очередной порции взятки в сумме 300 тысяч тенге за прекращение уголовного дела с поличным задержан следователь Асан. В отношении следователя возбуждено два уголовных дела по факту получения взяток. С санкции суда он был арестован. Уголовное дело расследуется. Согласно статье 311, части 2 и 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, взяточнику грозит лишение свободы от 3 до 12 лет.